Всем здравствуйте, меня зовут Арина, город Санкт-Петербург. Подставка под ложку 139 рублей, мне надо. Не все надо. Так, это у нас что? Это шампур. 4 штуки. 199 рублей. Вот. Венчик 149 рублей. Ну, такой большой. Какой хороший венчик. Лопаточка 99 рублей. Это вот 69 рублей. Так, наборчик из 5 предметов за 549 рублей. Вот они отдельно представлены с крышечками. Очень удобно. Блюдо для запекания. Я такое как раз здесь купила. Так, 199 рублей. Тогда я ее, по-моему, приобрела по скидке. Было дешевле. Формочки для печенья 279 рублей. Так, крышка. 899 рублей. Это да. Вот это у нас... Ой, тяжелое. Для запекания. Сейчас мы посмотрим у нас. Так, форма для духовки. Нержавеющая сталь. 1199 рублей. Жаропрочное стекло 229 рублей. Мерный кувшин. Вот он. Так, а, вот эта вот крышка. Видите, она такая. Крышка. Силикон 399 рублей. Так, а вот это у нас. А, вот у нас 1199 рублей. А вот это. Темно-серый 899 рублей блюдом. А материал какой? Каменно-керамичная глазурь. Форма для хлеба 369 рублей. Кстати, хорошая форма и недорого. Производитель Россия. Для хлебушка. Можешь взять такое. Я же давно не пеку. Тоже 399 рублей. Можешь запекать мясо, готовить лазанью, много чего-чего другое. Ну вот это вот. У меня просто есть, но она уже такая старенькая. Ладно. Все равно пока не пеку. Формочки. Формы для льда. Силиконовый паучок 399 рублей. Это вот это получается. Чем больше даже похоже на запекание, нежели. Так. 499 рублей. Так, выставочный образец. Сам товар. Самого товара не видно. Ну, так. Банка какая зеленая. Посмотрите, за 649 рублей. Вот она. О, баночка. Прикольно. Зажим для пакета 30 штук. 99 рублей. Прикольно. 30 штук. Вот эти миски очень хорошие. Надо еще миску такую купить. Классная миска, очень удобная. Надо взять. 799 рублей. Ой. Ух ты, тяжелый. Ну, это стекло, конечно. 4 штуки. Тарелочки 599 рублей. Тоже 4 штучки. Вот эти будут, конечно, грязь забиваться, будет сложнее отмыть. Но тоже удобно. Так, сколько это стоит? Сколько? 249 рублей. Стаканчики 449 рублей, 4 штучки.
лимитированная коллекция. Так, девочки такие за 299 рублей. И в кружке 169 рублей. Со снегирями. Тарелочка 49 рублей. Ну, такая тоже очень удобная, я ее тоже куплю. Нет, такие есть небольшие. Вот такое блюдо. 4 штуки, 1199 рублей. Такое плоское блюдо, это пирожное для тортика, 299 рублей, классно, для бутербродиков. Смотрите, это вот такая миска, написано сервировочная, удобно мне подавать орехи, 499 рублей. Смотрите, какой классный наборчик, 4 штуки, но цена, конечно, 900, по-моему, 999 рублей, это фарфор. Полифошпатный, но классный. Смотрите, это подставка для яиц, 149 рублей, две штучки. Наборчики вот они. Соусница, фаянс, 799 рублей. Металлический поднос, 499 рублей. Сервировочная подставка за 1299 рублей. Металл. Сколько ярких подносов. 299 рублей. Да, не все по 299 рублей. Вот эти 179, которые поменьше размерчика. Ну? Экспресс кофеварка за 1299 рублей, нержавеющая сталь, 400 миллилитров. Плед за 1699 рублей, 130 на 170. Смотрите, гирлянда из обезьян. Вот такой наборчик из коробочек, 799 рублей. Вот коробка, две штуки. Идеальное решение для хранения на столе. Смотрите, такой веночек красивый. 499 рублей. Вставка в мойку за 349 рублей. Миска за 69 рублей. Отдел со свечами, вот такие подсвечник классный, 249 рублей. Сюда свечка большая, 249 рублей. Вот она. Тут запахи, ароматы, ароматы. Смотрите, какой классный фонарь, 600 рублей, какая прелесть, да? Вот это здоровский, очень красивый. Слушайте, как пахнет гадостно вот эта свечка. Это, знаете, даже непонятно, пожаром что ли. Сначала подумала, банька, но нет, как-то неприятный. Банька приятная, это нет. Боже, ну Хэллоуин что ли? Ну такая новиночка, наборчик. Это вот, сколько у нас здесь, две тарелочки. 349 рублей. Такая милота. И также эти две мисочки. Вот они. Такая мисочка, 449 рублей. Такая маленькая сковородочка за 429 рублей, 17 сантиметров диаметр. Это искусственная гирлянда, да? Какая странная.
что нет. Ее надо видишь, пластмасска держит. 499 рублей. А, все, вижу, да. То, что ты хотела, да? Вон, разбираешь, она вот так. Угу. Кстати, то, что ты хотела. Ну да, примерно то. А вот это ароматические какие-то, да? Что-то лесное какая-то фигня. Это ты не унюхаешь. Почему пахнет? Аромат есть? Мне кажется, не этим. Пахнет. Думаешь, не этим пахнет, да? Лес не этим пахнет. Лимитированная коллекция, между прочим. Вот такой шар декоративный. 1299 рублей. Да, не светится, жаль. Было бы светился бы, да? Тогда бы я действительно бы за 1299. Так, и мы дошли до орхидеи. Ура, ура, ура. Ну, такая красотка. Смотрите, сколько здесь орхидей. Огромное количество. Очень красивая орхидея. Она мне раньше попадалась, я ее чуть не взяла, но не взяла. Ну, красиво. Ой, ну ты будешь ставиться. Вот еще. Ой, чуть-чуть. А, я думаю, да, она просто без губы. А она без губы. Это, по-моему, та Ариночка. Так, ты будешь вылезать оттуда? Ну, аккуратненько. Ага. Что у нас тут еще? Красоты, красоты, красоты много. Ой, давайте заберемся. Ой, какая там красивая. Я ее достану. Я ее достану. Вот какая девочка красавица. Да. Тут им, конечно, темно. Посмотрите, поставили. Ну, как обычно, я все ползусь, но... Ой-ой-ой. Ой, какие тона, какие цвета, оттенки. Вот. А там что, такое маленькое есть, посмотрите. О, вот такая красота, вот посмотрите. Так, цены. Цену пока я не нашла, но вот это интересно, да? Красиво. Красиво. Поставим на место. Орхидеи. Ну, они повторяются, повторяются. Вижу я тут что-нибудь такое, знаете, новые, красивые. Может, с этой стороны? Так, ладно, сколько у нас орхидей? Принапси 999 рублей. Да, ладно. А, на дуге. Вот то, что я показала, на дуге. Так, это у нас 689 рублей. Ну, хоть что-то, понимаете? Хоть что-то, что-то есть. А есть. Вот такие красотки. Ну, давай, влезай. Там я видела мушу. Вот он. Какой. Да, прошли где-то. Я тут, да. Я с дочей. Ой, боже. Ой, какая вы, посмотрите. Какая красотка, да? Очень красивая орхидея. Вот это. Есть у нас тут какой-нибудь эксклюзив? Эксклюзив, эксклюзив. Чтобы было такое, чтобы, знаете, вот увидел и голову снесло. Нет, нету. Нету. Белые да розовые. Розовые да белые. Ну что вы наделали? Ну, как-то так, да? Ну, выбрать все равно можно. Тоже интересно. Поставила такой, посмотрю, думаю, да. Это уже, знаете, от безвыходности. Тут в основном все одинаковые. Но вот эти вот красивые, конечно. Вот это вот оттенки такие светлые. Красивые. Давайте нырнем туда. Что это у нас?
Сейчас. Ух ты! Ух ты какая! Ух ты какая! Красивая, да? И сзади это зеленая, она такими спереди, это розово-белый. Но губа-то у нее желтая. Много-много красивых вот это, да. Что я возьму? Это дочь берет 170 рублей. Зачем ей такой кустик нужен? У Дениска для нашей фаечки, фаины, файки. Вот такая вот, по-моему, 49 рублей. Очень удобненько. И это что-то 240 с чем-то, по-моему. Вот такую мисочку тоже беру. Очень удобненькие. Боже, завернула, а тут на дуге. На дуге, который по 900, да? Давайте бабочку. Бабочку, лети бабочку, бабочку. Я смеюсь, конечно. Это нереально, я понимаю. Ой, какая красивая, да, интересная. Ну, она там, считайте, 1000 рублей. Да, проблемки есть? Нету бабочек. Мы внизу с вами посмотрим, что у нас. О, пилорик. Вот такой пилорик. Посмотрите, какой классный пилорик. Вообще супер. О, нет, не классно. Видите, в основании проблема. Да. Жаль. Нет, это уже не пилорик, это уже просто. Ой, какая красавица. А у меня, по-моему, такая есть. Ну, такая есть, просто не на дуге. Лучше бы они вот такие вот не на дуге бы, да? Угу. Сейчас мы еще внизу полюбуемся. Не, ну вот эти красотки. Ну что, нет? Бабочка не летит? Не летишь? Ох, тем бози, такая красота, да? О, они красивые какие. Нет. Нет. Не вижу. Бабочки не вижу. Скажи, мечта тенится. Размечталась. Вот тут вот красота. Вы обратите внимание. Она повернулась. А? Вообще не вижу. Нету? Ух ты, вы посмотрите. Вообще. Как обычно, начинают торопить. Боже, какая ты красивая. Ну, это Джиллиан. Вот. Так, что у нас тут еще? Внизу у нас еще есть красота. Вот. Очень красиво. Да. Ну, тут они уже себя повторяют. Посмотрите, обалденная, да? Вот еще одна.